Друзья, 6 мая, готовимся к празднику Победы, вот мне подарок сделали, но в общем-то ничего сверхъестественного нет, все ожидаемо, вот вы же понимаете, что и церковь больна, и наше общество больно, вот мне облили всю машину, изрисовали специальными знаками, все залили, все обрисовали, вот, но молюсь, прощаю, говорю, Господи, прости его, не ведают, что творят. Ребят, наверное, молодых каких-то попросили все это сделать, все обрисовать. Поэтому, ну, не унываю. Бог да благословит всех. Храните себя. С вами я, епископ Альберт Радкин.